сегодня в стенах старинного Кирилло-Белозерского монастыря. Знаменательное событие. Сегодня Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник отмечает 90 лет своего существования. Это памятная, очень важная дата для всего Вологодского региона, потому что этот музей-заповедник, этот монастырь является визитной карточкой нашего региона, очень успешным учреждением культуры. Безусловно, самое яркое, что изменилось, это и мы провели благоустройство и в Кириллове, и в Ферапонтове. Посетитель может увидеть эти изменения. Но главное, что меняется отношение, появляются праздники на территории музея, военно-исторические реконструкции, и мы меняем формы работы. Если мы раньше в первую очередь были ориентированы на организованного туриста, то сейчас большая часть наших посетителей – это одиночные посетители. В 2009 году у нас было 250 с небольшим тысяч туристов. В прошлом году мы приняли 302 тысячи посетителей. Приезжают артисты, приезжают киношники. Николай Николаевич Достоль, однажды приехав сюда, ездит теперь сюда по нескольку раз в год и собирается сейчас снимать очередной фильм свой на территории Кирилло-Белозерского монастыря. Здесь много можно вспоминать людей, которые сюда приезжают и здесь остаются навсегда. 10 лет работа в музее. Музей очень нравится, на работу идем с радостью. Экспозиция у нас богатая, в архимандричном корпусе работаем, всех приглашаем в гости. В святом месте, святое место, да. Второй роль играют, иконы все намолены. Намолены, преклоняемся перед иконами и заходишь, вот в сам музей уже заходишь, вот дышится так вот, ну, думаешь, ну, такая красота святое здесь место, у нас. Да. За это лето мы здесь побывали, наверное, 6 раз, потому что все гости, которые приезжают из Петербурга или из Москвы, наши коллеги или друзья, мы обязательно садимся в машину и везем сюда, в Ферапонтовский монастырь, в Кирилловский обязательно, иностранцев, которые бывают, коллеги наши театральные, все потрясены. Из Албании были актеры, которые сказали, вы даже не представляете, русские, чем вы обладаете, как это все здорово. Мы любим приходить, приезжать, привозить друзей, гостей, потому что здесь всегда есть что-то новое, что-то необычное. Музей, потому что всегда молодой. Ну, впечатление изумительное. Конечно, праздник очень хороший, артисты хорошие. И молодцы, подготовились.